Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы с вами поговорим, можем мы в июле отдыхать или опять будем чем-то заниматься в наших грядках. Я имею в виду посевами. Тем более, что у нас в теплицах уже заканчивается первый оборот огурца, огурец уже отходит, начинают пустовать наши теплицы и парники, кто сеял очень рано. Далее в открытом грунте мы копаем уже зимний чеснок, опять же площади освобождаются. Так чем занять эти площади? Ведь вариантов есть два. Мы можем, конечно, занять все это сидератами, что очень хорошо, это вот севооборот в наших теплицах и на поле. Вот. А можем посеять еще овощи. И оказывается, круг овощей, который можно посеять, и что, довольно широк. Ну, давайте начнем с теплицы парников. Что в теплицах и парниках мы будем сеять? В эту пору, весь июль месяц, в теплицах и парниках мы можем высевать, конечно, зеленые культуры. Укроп, салат, руколу и прочее, и редис то же самое. Это все в июле месяце мы можем высевать в наших теплицах. Также в июле месяце в теплицах еще до середины июля последний срок посева ранних сортов огурца. Ранние сорта огурца, посеянные в теплицах, дадут хороший урожай в сентябрь-октябрь месяц. Далее мы можем посеять кабачки в теплицах. Патиссоны посеять в теплицах, они также дают нам прекрасный урожай в сентябре-октябре месяце. Если вы хотите что-то экзотическое, то в начале июля не поздно посеять арбузы и дыни. Посеяли эти культуры, они также к концу сентября станут давать прекрасный урожай. На улице они же урожая, конечно, не дадут никакого. А в теплицах за счет того, что они прикрытые, будут осенью от холодных ночей, они дадут хороший урожай. Что можно сеять корнеплоды, но это в открытом грунте. В открытом грунте что можно посеять? До 10 июля, если вы успеете убрать свой чеснок, значит, вы можете высевать корнеплоды. Это корнеплоды капустной группы. Что это значит? Это значит, что бруква, черная редька, белая редька, репа. Все эти культуры, если будут посеяны до 10 июля, они дадут еще прекрасный урожай корнеплодов, который будет пригоден для зимнего хранения. Есть, конечно, такие корнеплоды, которые вы уже не получите, но получите зелень хорошую. Это свекла. Это как свекла, как корнеплодная свекла, так и листовая мангольд. Их смело высевайте весь июль месяц. Зелень вы получите в любом случае с этих растений в сентябре месяце, сентябрь-октябрь, до самых заморозков будет свежая зелень этих культур. Ну, если вы хотите еще побаловать детей, то в начале июля до 10 числа еще можно посеять горох. Горох также хорошо даст хорошие всходы. Вот. Ну, что еще редиска? Редиска также даст, редиска, репа, еще дадут очень хороший урожай, будут же посеяны в начале июля месяца. До 10 июля в открытом грунте можно севать укроп. Позже сеять укроп в открытом грунте я вам не советую. Почему? Потому что укроп посеянный позже, в конце июля и в начале августа, как бы быстро повреждается мучнистой росой и не пригоден к потреблению пищи. Ну, а обрабатывать химией и травиться химией, я думаю, вам не захочется. Ведь место для них можно найти в теплице и в парнике, о чем я вам рассказывал. Еще, что очень хорошо весь июль месяц, это пекинская капуста. Сейчас вы посеете пекинскую капусту, получите впечатлительные кочаны, вот такие, как на фотографии. И, соответственно, к своему столу будете иметь зелень, по крайней мере, до Нового года пекинской капусты. А июль месяц – очень хорошее время для посева таких многолетних овощей, как лук-батун, шавель, петрушка. Именно посеяны в июле месяце, они первый урожай дают в октябре, а потом ранней весной получается уже урожай. Вот. И не надо занимать поле, было целый год. То есть вы какой-то вырастили чеснок, а еще можете весной иметь на этом же месте свежую петрушку или тот же лук-батун. Так что это тоже культуры, которые претендуют на посев в июле месяце. Так что, как видите, ассортимент культур немалый, что еще можно посеять в июле месяце. Только обращайте внимание, то ли сеем в теплице, то ли в открытом грунте. Ну, в открытом грунте будем выбирать то, что скороспелое. А для того, чтобы овощи скорее всходили и давали богатый урожай, каждый рядок проливаем препаратом «Растим овощи Процветок». В такой маленькой бутылочке вам хватит на многие посевы. Не только сейчас, но и на весну. Обращаю ваше внимание. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на канал Процветок, ставьте лайки, посещайте наши магазины. Ведь там широкий ассортимент как семян, так и препаратов.
Вам богатых урожаев. До новых встреч. До свидания.